Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в какую-то игру, где можно что-то, короче, какие-то нужно вопросы отвечать, и тогда тогда ты выживешь. Но если ты на них ответишь неправильно, то тогда тебя просто затопит водой. Так. Ну ладно, мы подождем, пока начнется следующая игра, потому что пока там кто-то играет, ну а мы, да, просто подождем, пока начнется следующий раунд. Так, все, ребятки, следующий раунд начинается через 7 секунд, и это очень мало. Сейчас мы просто подождем, мы как раз пока можем побегать. Так, что мы выбираем? Ну, давайте нормал. А хотя нет, нет, я выбрал нормал. И теперь будет нормал. Так, вот, там еще какие-то чуваки со мной. How many months have... 30... Что? Один, по-моему, один. Да, один. Так, давай смотрим. Или сколько, или много. А, 7? А почему кто-то выбрал там вообще миллиард? Я не понимаю, humans. Да мне кажется, миллиард вообще. Я не знаю, но я выбираю миллиард. Так, давай. 2 секунды осталось, и все. 120 только? Ничего себе, почему так мало? Я думал, гораздо больше. How many cherixers? Это я вообще не знаю. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, что ли? Я, короче, вообще не знаю, что это значит. Но я, короче, выбрал 7 и 280. Да что за бред? Эта игра не для меня. Я в нее не выиграю никогда. Докс, ну я не знаю, 69, пусть будет 69, вдруг это правда. Давайте посмотрим, так, у меня неправильно, вау, а я был ближе к ответу, это хорошо, это хорошо. Так, how many time, что, я вообще не знаю, что это значит. Короче, я выбрал 3, я не знаю, что это значит, но 69, 12, я был ближе к ответу, да, ребятки, я выиграю. How many dots? Один, сейчас я посчитаю. Так, короче, я не выиграл, так, что это значит? 5, пусть будет. И сколько, какой правильный? 62, все, ребятки, я проигрываю. Да? А, нет, я еще как-то жив. Pieces are in the money, monopoly. Ну, сколько? Ну, наверное, допустим, 39, что ли? Я не знаю. Так, сейчас мы посмотрим правильный. 8, но я был ближе к ответу, так что затапливает того чувака. Надеюсь, я все-таки выиграю. Так, countries. Ну сколько? Ну, 23. Я не знаю ни один из этих вопросов. Во-первых, потому что они на английском, а во-вторых, что я ничего о них не знаю. Вау, 23! Что я? Я угадал! Я угадал идеальный ответ, ребята. Это просто топ. Я даже не знаю, что это значит. Так, ну, 9, пусть будет 9. Так, и сейчас мы посмотрим 5. Я был ближе к ответу. Ура, ребятки, его тоже затапливает. Его тоже почти затопило. Так, ну сколько? Ну 10, наверное, возможно. Так, сейчас мы посмотрим. 79, ура, я был ближе к ответу. И я выиграл. Ура, ребята. Я на первом месте. Вот, круто. Я, значит, специалист по вопросам, при том, что я их даже не знаю. Ай, да что я почти купил. Ладно, начинается следующая игра. Так, раунд и выбрался изи. И сейчас, наверное, на вопросы будет полегче отвечать. Arrow case. Ну, я не знаю. Три.
этих вопросов не знаю. Оказывается, ребятки, 4, и мой вариант был очень близко, поэтому меня только чуть-чуть затопило. Так, letter S, 1, 2, 4, 4, да, 4, все, ребятки, я выбрал правильный ответ, ура! А почему вообще они что, не могли посчитать, почему они выбрали неправильные ответы? Так, он кейборд. Ну, наверное, где-то 36, я не знаю. Я не знаю, но что-то такое я, по-моему, где-то слышал, что 36, а может и нет. Давайте посмотрим. Нет. 104. А почему? Они что, вообще не знают, кто выбрал... А, нет, там кто-то очень много, короче, выбрал. А, нет, да, точнее, мало. Deadly Sins. В этой игре я даже не знаю, что это значит. Ну, наверное, 6. Я думаю, что это вот эти вот, короче, штуки, но я не знаю. 7. Здесь 7. Я был очень близко. Все, ребят, там всех затопило, короче. Cards. Ну, 40. 40. Нет, подожди. 40. Вот, все. Так, смотрим. Оказывается, 52, и я опять выиграл, ребятки. Я специалист по этим вопросам. Начинается следующая игра. Итак, погнали. Так, нам нужно выбрать. А что, если мы выберем хард? Давайте хард. Нет, не выбрали хард. Ну и ладно, попробуем изи еще раз. Fighters, Street Fighter 2. О, я не знаю. Ну, это много, наверное, там где-то 40, не знаю. Так, оказывается, 8 всего лишь, а кто-то 2 выбирал. Эх, он был ближе всего, то есть она... How many hands do is... Ну, так, 2 же. Все знают, или что, или в чем прикол вообще. Так, ну, конечно, я угадал. Потому что как вообще, как можно это не угадать? Сколько этих у квадрата сторон? 4, конечно же. А кто не знает, опять же. Что-то вообще все такое легкое пошло. Так, ну давайте смотрим, кто 8, почему все 8 выбрали, что вообще за бред, что за жесть, how many, так, я не знаю, что это значит, но я выберу 3, короче, что-то там на американском флаге, выберу 3, так, смотрим ответ, и правильный ответ 13, если бы я еще один бы добавил, так, 100 плюс 100, 200, что вообще за это, 100 плюс 100, это сколько, ну 200, конечно, так, ну конечно 200, почему 10, 100 плюс 100, 10, что с ними не так, а почему они не умеют эти вопросы отвечать, how many soccer, 12, нам девочка подсказывает, давайте попробуем 12 вбить, и посмотрим, правильно ли эта девочка подсказывает, а нет, 11, она немножко неправильно написала, но почти, так, if your cherry has four seeds, ну, конечно же, 4, наверное, я не знаю, 2, или что, или подожди, 2, ну конечно, я что-то просто не понял, я думал тут как-то типа с кавычкой с какой-то, я, короче, не знаю, октагон, ну, 7, наверное, да, 7, эта девочка пишет 10, ну, я думаю, что 7, но 10, наверное, я не знаю, короче, вообще ничего, тут нет, 8 вообще было, оказывается. Короче, все, ребятки, я устал от этих вопросов. Остался последний вопрос. Так, how many sides home plate? Это что значит? 4? Ну, в объем 4, я не знаю, что это значит. Тоже, опять же, нет, 5. Она все время близко подсказывает.
А все, опять то же самое, тот же самый вопрос. Ну все, ребятки, я выиграл, но мне уже надоели эти вопросы. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я, кстати, его записывал в 23. Так что, из-за того, что я так поздно записываю видео, ставьте больше лайков. Вот, ну а с вами сегодня был Джемвейр. Мы отвечали на разные вопросы, и всем пока-пока!